Всем привет, с вами Катя, и мы продолжаем наш телесекушка. Всем приятного просмотра, всем приятного аппетита, это 56-я серия, и мы начали. Максим у нас спит. Так, это мы убираем, ужин с ветчиной. Так, давайте посмотрим, что у нас по карьере. Так, логику нам надо, да, прокачать и книгу написать. Ну, ладно, хорошо, без проблем. Так, логику давайте мы с вами поставим в шахматный столик. Уберем вот эту штуку и поставим шахматный столик. Так, сейчас опять зависнет. Подожди. Так, давайте убираем с вами вот эту штуку. Продаем ее. Вот сюда ставим кровать. Так, мы же убрали после... Да, мы убрали после кровати. После смерти нашего. А как я? Так. Так, навык. Навыки, вот эти навыки. Так, вот у нас столик шахматный. Да пойдет. Нам такой тоже пойдет. Ну давай, ставься. Так, вот. Так как нам нельзя увеличить количество стульев, то мы сделаем вот так. Вот так нормально. Я думаю, как раз то, что нужно. Так, сюда. И вот сюда. Во! Шикарно. Я считаю, шикарно. Это просто бесподобно. Так, все в режим жизни. Не поняла, где наш шахматный столик. Блин, а. Короче, куда-то делся мой шахматный столик. Так. Ну, точно не где-то здесь. Вот, давайте вот сюда поставим. Это вот сюда. А что он сразу убирается? Господи, давай ставься. Так, ладно, давайте дальше будем ставить столик. Столик. Ты поставился? Господи. Ты не можешь нормально поставиться, что ли? Я не пойму. Все же нормально было. Вот, смотри, раз. Что ты не хочешь ставиться? Ой. Ладно, фиг на тебя. Ну-ка, давайте повернем его. Ладно, вот так? Ты можешь, да, вставать? О. О. То, что надо. Все. Вообще идеально. Во. Все отлично. Так, давайте дальше.
Так, ладно. Пускай он нас кушает. Ой, в смысле, спит. Господи, все, я уже. Спит. Так, что у нас там психи наши делают? Тут у меня ураган какой-то. Попей моточ, что ли? Давайте попей мотаем пока. Вот. Так, сейчас мы его в туалет отправим, и потом будем прокачивать нашу логику. Потому что это нужно. Так, ага, все, он у нас встал. Так, иди в туалет. Блин, я ж тебя отправляла. Только не описися, пожалуйста. Только не описися, пожалуйста. А. Ну, пожалуйста. Так, ну все, наверное. Я ж тебя... Он куда попёр? А, руки мыть. О, Акакий! Акакий, здравствуй! Призрак ты наш сердечный. Призрак ты наш хороший. Так. О, Екатерина с работы приехала. Так, ну чё, давай будем заниматься твоей логикой. Играть с... Так, с кем нам поиграть? Ну давай, Катюха, играем. Да, я могу так говорить, потому что я тоже Катя. А что? Как Катя, я могу называть Катей Катюхами. Потому что я тоже Катюха. Так. О, все. Пропало. Нет. Качество великолепное. Это значит, не оно пропало, господи. Я уже думала, это оно пропало. Так. Это сюда. Это сюда. О, а чё он посерел теперь? А чё он серый? Я думала, цвет призрака зависит от того, как они умерли. Красные это в огне сгорели. Это я уже знаю.
А вот серый, ну тоже, наверное, дым, пожар. В дыму задохнулся. Так. Вот что там, цветочки пошел выращивать. Так, что, мою логику прокачали или не прокачали, я не поняла. Ты куда упер? Так, что у нас? Джей? Ты еще не прокачал логику. Иди прокачивай логику нафиг. Все, я ничего не знаю. Да, я ругачая. Я очень ругачая. Тебе надо прокачать логику, вот и сиди ее прокачивай. Куда ты попер? Вот объясни мне, пожалуйста. Надо логику прокачивать, значит, прокачивай. Все. Сидим и прокачиваем дружненько. Короче, я не знаю. Там. Ладно, главное, чтобы он логику прокачивал. Он же логику, надеюсь, прокачивает. А тут непонятно за этого освещения. Да. С этой стороны более понятнее. Все. А потом пойдет писать. Так, посидим, подождем, как он у нас там прокачается. О, теперь Акаки красным стал. Может, это о настроении это Эзека говорит. Скорее всего, о настроении Эзека это говорит. Больше у меня других идей нету. Почему он цвет меняет? О, опять серый. Смотрите, он и сейчас пугать будет, что ли, я не поняла, или что? Или он ушел? О, все, отлично, отлично, отлично. Теперь пишем книжку. Давай, писать, 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 писать. Писать, 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 писать. Так. Писать. Продолжить писать. Цвет мой зеркальце. Все, давай. Так. Я ж тебя отправила писать. Господи, вот что за люди? Отправила писать, он, блин, сидит. Продолжит писать. Свет мое зеркальце. Давай. Свет мое зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Я на свете всех милей, всех румяней и белей. Давай. Румяный белый. Пиши. Бело-румяный. Хотя ты больше загорелый. Ну, ладно, не суть. Так, что у тебя, кстати? Нормально у тебя все.
Что он нам там дописывает? Пускай дописывает. Даже очень классно, что он нас дописывает. У нас с питанием не очень. Ну, давайте поперематываем. И потом дальше мы питание улучшим. Давай, давай, дописывай. Что у нас? Ты дописал или нет? Он дописал или нет? Писать. Ага. Отлично, он дописал. Так, все. Ну-ка, пошли. Так, отправить книгу в литературный журнал. Так. Публиковать. Продать права издателю. Отлично. Так. Давай, мой дорогой. И пойдем с тобой, я не знаю. Зев. Пособираем. Львиный Зев. Я не поняла. Ладно. Так, книга оказывается в багаже. Вон в багаже. Так, багаж у нас... Не помню. Я не помню, как багаж. Г? Нет, не Г. Так, ладно, давайте посмотрим. Так. Пачка рожа львиных зевов. Так. Я хотела этот посмотреть. Так, 74 управление клавиатурой. Собрать весь урожай. Ну я же сказала, собери урожай львиных зевов. Тебе что, так трудно, что ли? Собрать несчастных этих львиных зевов? Собрать весь урожай. Сказано, блин. Собрать урожай. Сделано собрать урожай. Все. Нет, надо кого-то там. Это не грибы. Давай. Значит, еще урожай грибов. Сказано, сделано. Ой. Так, это кто опять такой умный у нас, блин? А Кати умер? Теперь другой нашелся умный. Так, сожечь. Сожгем листья.
Так. Ладно, мне надо посмотреть. Пока он там занят, мне надо посмотреть, как управлять багажом. Где у нас багаж? Багаж, багаж. Багаж, багаж. Багаж. Ой. А, и это. И. Олег, на багаж у нас. Господи. Так, это подаем. Так, следующее это продаем. Розы продаем. Так. Так. Сюда. Нечестных можно есть? Ладно. И морковку. Все отлично. Ой, девушка с фиолетовым, ой, с голубыми волосами, круто. Это у нас Макс? Где там наш Макс? Максимилиан, ты где? Я не поняла. Да, ты на работу упер. А я тебя отправила, блин, грибы собирать. Ты на работу упер. И эти сжигать. А ты на работу упер. Я думала, ты сожжешь мне листья, а ты на работу упер. Ну ладно, работай. Так, что наши тут психи? Чем наши психи тут занимаются? Так, ну ладно, ребята, раз у нас Макс, оно на работе. Будем тогда заканчивать серию. Продолжим ее тогда в следующий раз. На этом все. Это была 56-я серия за 74 секушка. Всем спасибо большое за просмотр. Да, она такая короткая вышла. Ну, видите. Максим ушел на работу. Ну, ладно. Следующая будет длиннее. Вот. На этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока. Пишите лайки, ставьте комментарии и подписывайтесь на канал. Пока.